смысле, что у меня совсем еще часа 25-го? Нормально. Сейчас накопим. И 25-й левел. Дал квест. И получил 2 левела подряд. Офигеть. Теперь 25-й. Так, ну что, отправляю с Ардинга. А еще лучше дай-ка мне командира. Я свожу на горячую точку. Как это сделать? Короче, открываю М, там справа список, который... Угу. Нажми на меня, получить командира. Ну, а передать... А теперь на землю. Такую отбивку надо, как у Бэтмена. Так, теперь... О! Погоди-ка, чё у меня? Выбрано. Вот это. Ой, извините, с камеры этих тайников на земле, смотри. А, чёрт, мы не спрыгнем. Короче, я в ящике. Ну, в радиусе 30 метров вижу. На земле. Удобно. Ящик, кристаллы. Это... Призрак имеет такие способности. Угу. Еще один. Вон там я вижу еще один. Блин, такой Клондайк. Кто-нибудь остановит меня. Че нам куда? Так, а вон кристалл есть. Сейчас я возьму задание. Ну, контакты в этом возьму. Мы его зовем этот Рейнер. Потому что у него голос в озвучке такой же, как у Старкрафта Джимми Рейнера. Вообще-то, я думаю, это Капитан Фракс. Ну да, так все похож. Звучит как Джимми Рейнер. Может. Короче, вот он продает ДБХ 380-го левела у меня, по крайней мере. Он Поттернфилд под Шотган. Да, по-русски под его ДБХ Поттерн. Он офигенный какой. Я знаю, я с ним бегал пока, еще до выхода со Сейкера. Я с ним долго бегал. Мне нужно еще 2 легендарных шарда на него. И 10 тенграмм. А, это надо, короче, ему сдавать кристаллы, которые находишь на земле, чтобы получать энграммы. Я знаю. 10 энграмм получишь, он появится. В принципе, он иногда выпадает случайно у оружейника и так далее. Короче, вот он наш квест. Геройский. Надеюсь, тебя там не размотают. 320-й свет нужен. Ну, буду стоять позади. Сколько у тебя? 278. О боже. Ладно, если не сможешь этих противников добивать, скажем, самый обычный не сможешь нанести. Блин, я что-то не подумал об этом, слушай. Ah,
А, это что ли, псих? Такой. Я ничего не вижу. Ты тоже загрузился? Да. Блин, не все еще грузится. Ну, я же на азиатский сервер. Лишь бы не вылететь. Сейчас, подожди. Блин, у меня псионы. Эти... с черепом. Твою мать. А ты можешь его нанести? Да. Ну, да хотя бы убить. Так. Ну, это будет стяжка. Все, я-то что не появляюсь? Я же начал задание, что это подстава. Нет. Мне реально надо только чайник снимать. Угу. Сейчас, сейчас, подожди, скоро должен появиться. Угу. Тебе спасу, если, конечно, появлюсь вообще здесь. А я убил троих уже, давай. Так, ты не убегай. Я что-то сломал. Лезет на одном месте. А вот боевая группа вернулась на битву из-за ошибки в сети. Да. Я тут один. Ладно, подожди. Сейчас я тебя приглашу. Или я могу к тебе присоединиться? Ты не боевую группу, он попробовал. Да что ж, а не попал. Да, присоединяешься. 25 опыта за убийство чувака, который... У меня с черепком нарисовал. Угу. Так, ну это дойдем, мне надо будет, наверное, идти. Там рев зовет, рекодинг. Так что, не будем эту миссию проходить? Не-не, до этого дойдем, в смысле, рекодинг. А, ну все, все тогда. Так, у нас задание исследовать удержимое. Ну погнали. Ну подсыпал хлеб. Да, это кончится плохо. Ну, главное, держись от них подальше. А в чем? Базил. А, нах. Ну, вот тут, базил, ты не сюда. Дай тебе. Так, стопай, а, вижу. Упор, ты еще до точки, сбора еще не дошел, уже сдох. Да, меня в упор размотали. Блин, опять так. Я здесь. А, радиацию, держим их себе. Че, блядь? А, подожди, это разве не помещение? А, понял. А стайки основываются на обычных миссиях. Уникальных стайков не так много, как хотелось бы. Да? Блин. Расист не нидет. Вообще-то тебе не сюда, двигай лучше ко мне. Безопаснее будет. Мау. Да. Пока стоял. Ну, вообще ты правильно шел, да. Ладно, сейчас к тебе иду. Да не-не-не, сейчас приду. Где-то уже здесь, да? Не-не, отмечено, что надо идти здесь одержимых убивать. Вот здесь один мощный чувак, я урон только не делаю. Зато им грамма падает. Ну, веселись. Какой трагер будет вернуться. Здесь сюда, у тебя сейчас... А, все, я вижу, хочу ты так планировать их. Надо их убивать, чтобы не сразу планироваться. Я как-то не замечал, просто гасил быстро, поэтому не видел. Ух, какой снайпер. Снайперка носит 4000 урона у меня, если в голову попасть. А толку, да? Да нет, убивает, ну блин. Пока я тут прицелился. О, 3000 урона в спину. Удачно попал. Вместо. В рюкзак? Угу. Вот они здесь. Не, я тем в башку стрелял, у них слабое место в башке. Mm. Там, с той стороны. А, это капитан. Блин, тут ты... Скатина, щит поставил, падла. No
Изи. Угу. Можешь скрыть это. Погнали. Я застрял. Помогите. Я застрял. Я не могу ни назад, ни вперед ехать. Ты где? Я тебя не вижу. Я в кустах. Я слишком толстый для этого дерьма. Теперь вижу. Бросит это говно. Ладно, я показать хотел. Сними ты свою жопу откуда. Будешь весь день так сидеть? Где? Ты куда делся? Я уже тут. Ты меня телепортировался куда-то. Где нет, я пролетел, может. Что-то ты пропал? Я тебя даже не слышал. Наверное, ты поэтому, что у тебя интернет отваливается. Да нет, у меня сейчас он нормальный был. Да. Ну, я, если ты что-то говорил, то я тебя не слышал. А, ну патроны кончились, да, получается. Вот так вот, если я в башку попадаю. That outcome is only guaranteed if we do not destroy the blights. Do not overload the test subject with extraneous data. Test subject. Ну ты кто-то подопытный? Кто-то подопытный. Не, нам дальше надо. Да, я помню. Я помню это задание, уже выполнял все до единого. И побочное. Ну, я как и говорил, что половина стайков даже больше основывается в сюжетных заданиях. Механик стайка жалко, что мало. О, я получил левел, надо же. Сколько мне понадобилось? Ну, это эндгейм, все левел после полтинника. Мне просто грамм падает. Понял. Как пьется этот болт. Нет, так, нам куда? Наверх. А, есть короткий путь? По-моему, здесь надо сюда. Что здесь, кажется, вот тут? Не сюда. Да я уже залез. Ау. Белый там. Ты веришь, что тебе туда? Да. Опа. Тут враги. Я тут не перелечу, да. Хотя. Опа. Ты опять убил? Ну что ж такое? А меня два псиона ударили этим своим подкидывающим ударом. Но для меня он не подкидывает, он для меня смертельный. Я хотел только сказать, а зал может убить. Теперь нам нужно уничтожить это дело. А где они? Там же, где мы их и делали. Вообще даже не почувствовал эти подпрыгивающие гранаты. У меня два, я готов. Так, надо дальше идти. У меня что-то полупадало, да? Ну, если сможешь это одеть. Не поверишь. Не можешь? Могу. Ой, меня сейчас вмажут. Да. А ты где? А я тут. А виси сейчас. Спану. Откат 4 секунды. Ну, да. У меня дробовик сейчас обладает того, это была бы сумеречная зона без восстановления, тогда да. Эти сражаются, все мертвы. Круто. Угу. Я нашел ваншотное оружие для себя. Хорошо. Вот эта пушка, это ваншот. А, где автомет? Да.
Я даже знаю, кажется, как он называется. Ну, подойди. А, нет, это не он. Ну, ладно. У меня есть автомат наподобие УЗИ. Который нифига урона не делает. Такой. А, такой? Ау, мне хана. Дай патроны, дай свалка. А, у меня максимум. Смотри, это пулемет. Я вместо снайперской винтовки использую. Попал. Когда они умирают, видел, молния остается. Если молния убила кого-то еще, появляется еще одна. Где последний? А, пропустили? Там мы что, потому что там были? Может, он регенится по очереди в определенных местах? Да не. Да, вот он. Где было что-то только что никого? Что за пацаны? Сейчас должны получить мощное снаряжение. Так, ну-ка. 500 очков клана. 299, офигеть. Сердце священного пламени ты получил. А я получил предмет 624 уровня. Офигеть. Застанин, я похож. Дизайн просто отвратительный, но... А что изменилось? А, печка? Можно жарить шашлычок. Блин, мне сейчас нужен патрон какой-нибудь, чтобы на меч посмотреть. Ну, в принципе, пока все, да.